לשנה הזאת בישראל הבנויה. Wenn es geht, der Reus, der Schabbat, wenn er renne, so den Babel, bis gekommen in der Woche. Kleiben, idem sich zusammen, kommen Herren mit den Damen, prast den Benner, gute Woche. Und tanzen hopp, hopp, idale, gemacht der ganze Nacht und singen, bim, bam, idale, gesungen und gelacht. Und tanzen hopp, hopp, idale, gemacht der ganze Nacht und singen, bim, bam, idale, gesungen und gelacht. Hey! Когда ты приехал сюда, в Израиль, как, тогда появился у тебя идиш, или ты раньше сочинял песни на идиш? Нет, я до этого никогда на идиш не говорил, но знал несколько слов, я не буду говорить какие-то слова, их все знают, наверное, не очень прилично. В первый же год, когда я приехал в Израиль, насовсем, я до этого тоже приезжал, и я любил участвовать во всех разных конкурсах. И в первый год был конкурс песни на идиш в Израиле. И я поучаствовал в этом конкурсе и написал песню «Амитсва Тенцел». И эта песня заняла первое место здесь, в Израиле, и получили первую премию за эту песню с поэтом Мишей Фрамом. То есть он писал слова? Да, он писал слова. И я успел выучить эти слова, собрал несколько музыкантов, кларнет, аккордеон, гитара и скрипка. И мы выступили на этом конкурсе, в Бершеве это было, и заняли первое место. Bis gekommen in der Woche. Kleiben, idem sich zusammen, kommen Herren mit den Damen, prasten bei einer gute Woche. Und tanzen hopp, hopp, idale, gemacht der ganze Nacht und singen, bim, bam, idale, gesungen und gelacht. Und tanzen hopp, hopp, idale, gemacht der ganze Nacht und singen, bim, bam, idale, gesungen und gelacht. Вообще, как строится твоя концертная деятельность? Ты много выступаешь?